Всем привет! Сегодня вот так вот крутятся все-таки мои две маленькие 1070 фениксы. Работают они через флешку, через Linux, через как он там? Ё-моё, я уже вообще Simple Mining. Кстати, через Simple Mining нормальная штука, нормально работает. 2 доллара в месяц, и все стабильненько. Вот такие вот карточки на такой супер микроферме. Да, вот там наверху у нас стоит, видно, да? Вон она вот там вот стоит, тоже на 1070, только на других фермулина. И, короче, это видео. Меня уже все достали с этим, сколько стоит и сколько зарабатывает сейчас примерно фермы. Короче, все это примерно. Тут вот я расписал. Самые окупаемые фермы — это на 580 или 570 4 гигабайтных, или 480, вот есть восьмерки тоже, или четверки тоже, блин, охрененно быстро окупаются эти фермы. Короче, 580 фермы на RX, 6 карт, по среднячку будут выдавать 27-28 мегахэш, иногда и, блин, люди до 29 раскачивают. И, короче, стоимость такой фермы, я вот считал, вот карты по 480 баксов, это 2880, материнка 160 баксов, это Asus, сейчас, кстати, говорят, подорожало, 170 стоит вроде, или 174. Razer по 6 долларов я посчитал, по 6 штук по 11 долларов. Ну и, короче, два блока питания по 200 баксов. Проц 50, память 50, SSD-шка 120 гигабайт, именно 120 гигабайт, 55 долларов. Ну, каркас 10 баксов. В итоге 3671 доллар. Ну, это без учета сборки. Сборка у нас лично в городе от 60 долларов и до 200, в зависимости, у кого будете собираться. Выдавать она будет примерно 165-170, ну, вот я написал 168 мегахэш, ну, и давать она в месяц будет, вот я тут считал, короче, 300, грубо говоря, баксов эта ферма будет приносить вам. Ну, сейчас может и меньше, а может и больше, а может, короче, это вот приблизительно. Можете сами посчитать, на WattTuMine ввести 168 мегахэш или просто 6 штук 580 и посмотреть. С 8 гиговыми немного дороже обойдется ферма. Если это 3671, ну 3700, то это уже 4200, почти 4300 вам обходится. Она будет давать 180 мегахэш примерно, и в месяц она будет давать примерно 336-340, а может и 300 баксов. Там, короче, все зависит же от курса, опять же. Сейчас курс хренет вверх, так будет вообще еще и больше. Вот с 1070 карточками тут еще дороже. Это они примерно по 750 баксов. Ну, можно найти по 680, там я уже видел там. Ну, 750 это в магазине с гарантией. Можно взять нормальные 1070. Это 4,5 только стоят карты. Плюс, вот я 790, ну, грубо говоря, 800 баксов этот. И видите, вообще почти 5300 ферма. Ну, давать она будет 5300 стоит. Давать она всего будет 386 долларов. Ну, сами можете посчитать. И как бы это самое, в принципе, сейчас невыгодное. Но лучше, если брать 1070 Ti или 1080 Ti. 1080 Ti карты сейчас, ну, примерно 1150 долларов. Можно и по 1100 найти. Ну, 1150 баксов карта. Опять же, 1150 умножить на 6. Плюс вот это 800, грубо говоря, баксов. Хотя нет, там 1080 Ti немного по-другому получится. Там блоки питания получше нужны. Дороже будет. Ну, короче, вот как-то так. Сейчас дают столько. Раньше давали. Это я считал вообще на 15.02, кстати. Видели, да? Это просто видео уже так долго, короче, не хотел записывать. Это уже, думаю, достали этими всякими. Этими, сколько зарабатывает, сколько стоит, блядь. Ну, короче, вот, вы, собственно, видите. И сами всегда можете посчитать. Кстати, на GTX лучше, наверное, всего сейчас добывать, наверное, Zcash. Все-таки, наверное, Zcash. Ну, вот на Zcash вот она 450 солей будет давать, а на эфире 31 мегахэш. Кстати, на Linux не дает 31 мегахэш. Не мог я их раскочегарить. Всего 30 мегахэш максимум дает.
Ладно, ребят, все, чё, пошел я дальше чинить ферму. Вот сейчас мне товарищ тут принес, сейчас немножко покажу вам вот такую фермулину. Непонятно, что отключается. Вот такая она на MSI-ках. Блоки вот такие, да, видите? Сеосоники, фокусы, голдовые, прикольные блоки. SSD-ха стоит 120, гудамовская. Мать отличнейшая, H270 плюсовая. Вот, собственно, вот такой вот нормальный комплектик на таком гиперкаркасе, да, видно, это дешманский вариант. Вот так вот, тут у нас тоже лежат вот материночки тоже на сборку. Вот видно, да, 270-пшки, плюсы. Вот эти вот маленькие осроки на три карты. Ну и на самом деле такие не очень хорошие. Мать ерундовая. Ну, собственно, вот так вот. Чё, давайте там покупайте фермы, майните. А так-то, как говорят, майнинг не выгоден. Оставьте для нас. Все, всем пока. Давайте. До новых встреч, до новых видосов. И спасибо, что смотрите колхознячие наши видосы. Всем пока. Давай.